апостолы вышли впервые из храма не просто как часть богомольцев. Работа отныне у них многогранна – извлечь из ничтожного пользу. Впервые слова о Христе полились, и каялись грешники, падшие впервые. Пошли рыбаки на заведомый риск, но кто благовестие их примет? Встревоженные стражи, понятна тревога и беспокойство каноников строгих. Как можно из смертного вылепить Бога? Уж кто ожидал бы от этих убогих? Мессия пришел, но его не узнали. Он распят был злобно толпой негодяев, и черная сотня с гонителем Савлом, в которых вселился не иначе дьявол. Вот первые звезды зажглись в небесах, в деяниях апостолов с первой страницы, и книжников рать будет рвать и кромсать в далеком кладбищенском ныне и присно. Счастливцы волков у овец обращали, и ревность пылая прожгла сгустки тьмы. С такими героями был я в начале, за каждым в конце и мое есть аминь. Как грешной душе не зависнуть над бездной, нести благовестие всем до окраин? Как многие в нежность уюта пролезли и до освящения не дохромали. Впервые для каждого выбор назначен, дорога к Дамаску должна озариться. Душа развернется на пажитях злачных, рожденная свыше накроется чистым. Простившись с землею, мы скроемся в землю, прославленный быв в воскресенье первым. И будет пшеница, окажется спелой, в огне переплавлены спелые перлы. 4 мая 2008 года.